со стороны немцев уничтожали деревни. Самое страшное были полицейские. Выкопал яму, траншею закопал и славно. Снова вздернули, и взорвалась поезд, пошел под откос. Депов Федор Митрофанович. Место рождения. Деревня Черенки Чауского района Могилевской области Белорусской ССР. Воинское звание – рядовой. Должность – стрелок. В партизанском движении состоит с 1943 года. Я родился 15 января 1927 года в деревне Черенки Чауского района Могилевской области. Родители мои, отец Депов Митрофан Петрович и мать Депова Елизавета Карповна. Жили мы на хуторе с наличниками. Занимались сельским хозяйством. Вступили в колхоз. 1935 года. Число полных средних школ ежегодно увеличивается в колхозной деревне. Я 7 лет пошел в школу. В школу пошел после того, как выпал снег. Потому что до этого я на хуторе пас корову пас. Ну, а потом, значит, окончил 6 классов. В 1941 году, 21 июня, это была суббота, родители накануне июля месяца сдали Могилев в красильню сукно, которое мать выткала из овечьей шерсти на покраску. И вот 21 июня, для того, чтобы получить это сукно, меня родители отправили с соседом. Ему было примерно 35 лет. Он был женат, у него было 2 детей. И в воскресенье, в обед, мы вышли на станцию Риста. Это расположено между Чаусами и Могилевым. Пройдя несколько километров, нам навстречу попалась подвода, которая везла из Ресты, со станции Реста, хлеб в соседнюю деревню, магазин. Мой сопровождающий знал этого возницу. Начали разговаривать, он объявил, что уже война идет. Граждане и гражданки Советского Союза, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. У нас радио не было в деревне туда, а на станции уже было, возница знал. Вот. Мой сосед постоял, подумал и говорит: ты как хочешь, а я вернусь назад, потому что я могу не попрощаться со своей семьей. И действительно, он вернулся назад, и я поехал в Могилев на пригородном поезде. Когда я приехал домой, это примерно 24 июня, уже сосед был призван в армию, я его не встретил. Вот. Я точно не помню, но, по-моему, на 19-й день наша деревня была оккупирована. Ползла по нашей земле коричневая гадина, оставляя за собой смерть и разрушение, виселицы и пожары, пытаясь запугать и поставить на колени великий советский народ. Оказались под немцами.
До осени работали по колхозному. Осенью колхоз был расформирован. Что осталось в колхозе, было роздано среди населения. Стали жить при оккупации. Жить при оккупации, я буду говорить за свою деревню. Немцы продвинулись на восток, а мы жили просто без никого, без власти. Было полнейшее безвластие. Немцы приезжали иногда с Шауста или с Могилева. Кабачиков забирали кое-кого. Селят хорошего забирали. Постреливали даже так, ходили, баловались. Такие случаи были. Все было. Землю поделили на полоски, сели, убирали до 43-го года. В 43-м году фронт остановился на нашей территории. Мои месяцы. Я был в ночном, лошадь пасмурная. День лошади работают, а на ночь их в ночное возили пастись. Я утром приехал с ночного. Отец меня встретил у порога, не у ворот своего двора. Забрал у меня лошадь и сказал, я поеду, поведу лошадь там, попасу ее. А ты иди отдыхай. Я зашел в хату. В хате около вечера мать трудилась. Позавтракал и лег спать. Еще не уснул, но слышу, что в хату кто-то вошел. С матерью поздоровались. Мать ответила, значит, я глаза не открываю, но слушаю. У матери спрашиваю, где ваш сын? Мать говорит, вон на кровати лежит. Будите его. Разбудили. Я поднялся, сел на кровать, ноги спустил. Два человека с винтовками. Один говорит, вы встаньте, полный рост. Я встал. Второй говорит, пойдет. Одевайтесь, пошли с нами. Вот и все. Я гражданин Великого Советского Союза. Верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. Винтовку я нашел в 41-м году в реке, у нас река Реста. Когда в 41-м году наши отступали, река наша небольшая, я там, блуждая около речки, увидел эту винтовку, достал, спрятал сначала в кусты, потом сказал отцу, что вот эту винтовку, да. Он сказал, принеси домой. Мы пришли, спрятали, а когда меня забрали в партизаны, у меня спросили, у тебя оружие есть? Я говорю, есть. Пришел, забрал и пошел с винтовкой. Со своей СВТ была такая. Самозарядная винтовка Токарева называлась. К ней был такой штык-нож. Не такой вот, как на Мосинских, острый, а был нож такой. Был чехол на ремне, его носили. Уходили в леса. Советские люди, не пожелавшие встать на колени перед врагом. Отряд состоял, вообще все партизаны не состояли из пленных, вернее, не из пленных, а когда отступали в 41-м году к Москве, очень много солдат осталось на оккупированной территории, в так называемых примаках, примаки. Вот, в частности, в нашей деревне было 3 человека. Они просто отстали, потом их
передели в деревнях. А потом, когда партизанское движение организовалось, пошли партизаны. Потому что им сказали, рано или поздно вас спросят, где вы были. И мы и набирали просто жителей местных деревень, местных населенных пунктов, кого не успели призвать. И подрастающее поколение, вот таких, как я, пацанов. Оживали белорусские леса. Партизанский отряд наш стоял на территории Чауского района. Есть железная дорога к Кричеву Елёв. Вот на эту дорогу в составе 5 человек мы подорвали поезд, который в тыл вез обломки самолетов, оказалось, немцы везли на переплавку. Мы заложили мину, проверили шнур, протянули 50 метров. Когда поезд подвеснул, шнур сдернули. Мина взорвалась, поезд пошел под откос. Мы побежали. Партизаны Беларуси. Движение сопротивления, роль которого в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков трудно переоценить. С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Беларуси вывели из строя около 500 тысяч военнослужащих оккупационных войск, пустили под откос 11 128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов. Взорвали 819 железнодорожных и 4710 других мостов. Сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов. Уничтожили 939 военных складов. Десятки карательных экспедиций снаряжали немцы для борьбы с партизанами. Фронт пришел на нашу территорию, мы оказались в блокаде под городом Быховым, вот, в лесах. Там нас блокировали около полутора месяцев. А потом мы прорвались, вышли из окружения с этого и разбились по лесам. Когда в окружении были под Быховым, вот немцы наступали на нас, мы отбивались. Вот, они наступают, отбили атаку, значит, остались живы, значит, выжили. Кое-кого убивало, хоронили, выкопал яму, траншею закопал, и слава Богу, без документов. А кто был, значит, с документами. Потом переносили, после войны переносили у могилы, на кладбище хоронили. А так сразу закопали, да и пошли. Вечная слава героям, павшим на поле боя, в борьбе за свободу и честь нашей Родины. Мы не боялись, потому что когда воюешь, страх, какой страх? Приказали идти в бой. Идет, поднялся и пошел. Убьют, так убьют, а не убьют, так останешься живой. Какой страх. Не побежишь же назад. Пристрелил свои. Страха, особенно страха не было. Немцы в основном находились в районных центрах. И большие, где были большие деревни, там, значит, охраняли они мосты были. А где далеко от железных дорог, далеко от городов, там никого не было. И мы находились в деревнях, просто жили. А когда уже в блокаде были, значит, в лесу землянки строили, шалаши. А потом землянки ж сегодня здесь, завтра там. Страдали
на подножном лапок нарубил еловых под бок, и все. Костер, если можно развести, потому что рама летала немецкая. Если в лесу дым идет, туда самолеты прилетят, отбомбятся. Или артиллерия. А с остальное все. Сумеешь погреться, нагреешься. Одежда была. Ну, в частности, я страдал от этого дела, потому что одежда у меня была плохая. Большая земля присылала партизанам оружие. Из-за фронта нам помогали патронами. Я сначала был в партизанах, в полку Гришина. Был такой знаменитый смоленский полк, он пришел с территории Смоленщины. Потом нас выделили в отдельную 17-ю партизанскую бригаду. Реально было 3 отряда. Уничтожали при возможности немцев, полицейских. Уничтожали винтовками, автоматами, гранатами. Некоторые брали в плен. Полицейских расстреливали. Немцам давали возможность либо оставаться с нами, либо идти к своим без оружия. Угрюмые леса на долгие месяцы стали пристанищем лишенных крова людей. Горе было. Голодали. Мерзли. Все было. Ели, что попало. Ну, не что попало, конечно. Ели конину, там, картошку. Вот. Что забирали у крестьян. Что попадало от немцев. Так, горе было, большое горе было. Конечно, были зверства со стороны немцев. Уничтожили деревни. В частности, рядом с нашей деревней уничтожили немцы в Быховском районе. Особенно, где партизаны действовали, партизанские деревни уничтожали. Кое-кого везли в Германию. Правда, из нашей деревни две девчонки увезли только. А голод, смерть, вот. Непосильный труд. Все было страшно. Фронт постоял до июня 44-го года. Деревня была уничтожена, мать оказалась в беженцах, отец в колонии. И только я с матерью встретился, после того, как Беларусь освободили. Отец попал в трудколонию и вернулся на родину в марте 45-го года. В лес пожаловали немцы. Но юные партизаны предупредят отряд. Мы все были в разведке одновременно. Это не то, что сегодня сходил в разведку, а завтра отдыхай. Все время на стремени. Потому что могут облаву устроить. Вот, полицейских. Самые страшные были полицейские. Потому что они решили свою судьбу тем, что они пошли служить в полицию. Если немец был как враг, то это собственный враг. Доброволец пошел служить немцам. Значит, в первую очередь, если полицейского захватили, одна дорога на тот свет. А с немцами еще возились. Потому что немец, солдат, он принудительно воюет. А полицейский, если он пошел к немцам, доброволец. Разница большая. Слушайте полицию. Одни шли за самогонкой,
они были власть. Вот они могли сказать «давай», потому что при немцах самогоноварение, если при советской власти, вообще не знали, что такое самогоноварение до войны, то во время оккупации самогонка была, расцвела самогоноварение. Вот. Есть же люди, которые употребляют спиртные напитки. Вот давай выпьем. Из нашей деревни полицейский был, но он, когда партизаны пришли, сказал, он винтовка висит, забирайте ее. Население никакого плохого слова в его адрес не сказали. А председателя или бургомистру и старосту расстреляли. А полицейского, он никому зла не сделал в деревне. В чужих деревнях он не участвовал. И он был призван в армию и погиб на фронте. Как обычный человек. Белорусская вспомогательная полиция, орган местной администрации на оккупированных землях Белоруссии во время Великой Отечественной войны, выполняла такие задачи, как охрана порядка, предотвращение вредительства и уголовных преступлений, розыск преступников. Подразделения полиции активно участвовали во множестве карательных акций против советских партизан, а также в ликвидации концентрационных лагерей в Тростенце и Колдычево. После освобождения советских войсками Белоруссии многие члены белорусской вспомогательной полиции были арестованы и осуждены. Смерть, направляемая невидимой рукой партизана, витает всюду. Я сколесил будущего партизана всю восточную часть Могилевской области и половину Смоленской. В октябре 43 года мы пошли на соединение с Красной Армией, где-то на территории Гомельской области соединились, и я оказался на советской территории. Когда освободили, я пришел в свою деревню, и в своей деревне работал. А потом я в армии служил. Служил в Борисове. Был стрелковый, учебный стрелковый полк наш располагался там. Вечером легли спать, 8 мая, а утром, еще, по-моему, до подъема, а подъем был в 6 часов, заговорило радио и объявили, что война закончена. Радости были, была радость, война закончилась. Поднялись, позавтракали. Построили, пошли в Борисове, центральная улица, митинг организовали. Выступили там местные власти. Мы прошли, как говорится, чеканным строем. И мирная жизнь. Вот мирная жизнь настала. Значит, вот так встретили мы 9 мая. Для меня война была горе. Брата убили, а сколько побило молодого поколения, сколько моих друзей погибло. Большое горе, очень большое горе. А голод, смерть, сколько могил осталось? Тысячи, миллионы. Вот война. Страшная война, страшное дело. Mm-hmm.